1 сентября. Праздник, который не может постареть. Он живет новыми лицами и ощущением начала. Студенты, преподаватели и руководство Института международных отношений и мировой истории ННГУ встретились в этот день в актовом зале главного корпуса университета. Посмотрели друг на друга и поделились боевым настроем на новый учебный год. Для директора института это всегда праздник, потому что, во-первых, ты встречаешь новые лица, а значит, появляются новые надежды. А с новыми надеждами всегда интереснее и радостнее, и приятнее жить. Второй аспект деятельности директора – это то, что ты очень рад видеть своих коллег, которые возвращаются после отпуска, тоже полные новых ожиданий, перспектив, планов. Поэтому теперь наша задача – реализовать, не разочаровать одних и удовлетворить других. Поэтому это и праздник, и рабочий день одновременно. Такое приятное волнение, что придут новые студенты, твоя работа востребована, ты живешь не зря. Вот, и есть кому передать знания, умения. 1 сентября – это прощупывание почвы на весь остальной год. Мы смотрим на атмосферу, которая здесь, мы смотрим на желание ребят стремиться делать, работать. Мы заряжаем их своей энергетикой, и вот здесь вот это начинается. Бакалавриат и МАМИ поступили 250 человек. 70 отправились в магистратуру. Институт остается одним из самых популярных в ННГУ. Конкурс традиционно высокий. Тем острее ощущение победы у тех, кто сюда прорвался. Всю жизнь у меня было хорошо с английским, с иностранным вообще языком. И хотелось бы куда-то поступить на лингвистическое направление. И вот узнал, что существует такой факультет вообще, международные отношения. То есть тут еще плюс идет дипломатия. И мне это очень обрадовало, решил поступить все-таки сюда. Вообще я на самом деле очень сначала боялась сюда идти, но меня как бы родители очень сюда направляли. То есть это была моя цель, именно этот факультет, именно этот институт. Тут уже начинается взрослая интересная жизнь, студенческая жизнь. И я думаю, что это будет очень интересно. Сегодня, чтобы учиться, нужно иметь очень большую силу воли для того, чтобы понять, кем ты хочешь стать в жизни. Я искренне желаю всем нам, и тем, кто начинает учиться, и тем, кто продолжает учиться, чтобы наступивший учебный год помог каждому из нас определиться, а кем же ты хочешь быть в следующем году.